Почему мы не рекомендуем заселяться, когда ничего не видно? Потому что примерно все выглядит так. Мы, конечно, немножко видели здесь, какие виды красивые, как и что. Но в целом, посмотрите, в круг не видно ничего. Вот так вот. Ну ладно, сейчас мы проснемся, и я вам все покажу. Вы просто скажете вау. Всем привет, вы как всегда на канале «Семья на чемоданах», с вами я, Славян, крики на заднем фоне, мы в полном составе, и как я обещал, показываю, посмотрите, с каким наикрутейшим видом мы сегодня проснулись. Смотрите, что там творится, высоченные горы, плантации не знаю чего. Если повернуть камеру вот в это окно, тут еще выше горы. А соседи... Очень пожилые люди, французы. Ладно, давайте вставать. Вчера заехали в магазин, купили наконец-то кофе. Два дня мы были без кофе. Берем нашу банку, идем на красивый вид, ставим банку и начинаем сыпать кофе. Помимо того, что мы сегодня проснулись с классным видом, наша машина, наши друзья московские, видели вы их уже в выпусках, французы, здесь ребята тоже стоят на мотиках с Москвы, у них такой пикап прикольный, шикарнейший вид. И еще у нас тут зоопарк, видите, попугаи ходят, турецкие попугаи, да, попугаи, здорово. Вон их как много, они все хотят с Мирошей познакомиться. И еще здесь очень много кроликов, целое хозяйство, вот мне можно так спокойно подходить этим кроликом Роджером. Роджер, стой! Кролик Роджер, стой! Он серо-беленький. Он чисто серенький. Красота. В общем, Мирошки. Вообще кайф. Вон он бегает за попугаями. Да, попугаев много, сынок. Попугаи повсюду. Да. Но вот эти горы в Кемере, это просто какое-то чудо. Вот мы их полюбили, когда еще тогда в отеле отдыхали. Здесь, в Бельдиве. Да, у Мирошки свой вайб. Да, сынок. Да, да, сыночек, кролики красивые. Вот, побежал. Куда ты, кролик? Настенка. Настенка, что скажешь? Жить среди попугаев. Прикольный. Здесь есть чилаут-зона, где постоянно есть кипяток. Поэтому иду набирать кипяток, экономя газ. А вообще, чуть попозже сделаю полный такой рум-тур этого кемпинга, потому что здесь прикольно, здесь много чего. Здесь это, Миро носится за этими курицами. За попугаями? Да. Не говори, что это курица, пусть это будут попугаи. Ему просто так интересно. Ты там говорит, иди сюда, говорит. Что там бегать? Здесь немножко еще недостроено, но в целом все очень красиво и чисто, и аккуратно. Вот, например, туалеты. Мужской и женский, вон. Чистота. Наши дети постоянно растут с животными. То хамелеоны, то черепахи, то кошки, то собаки, то петухи, то вот, например, как сейчас, курицы. Мне вот интересно, когда мы приедем в Азию, это, между прочим, наша мечта, как они отреагируют на обезьян, на варанов и прочую живность. Мы много смотрим чего на Ютубе про Азию, так сказать, изучаем. Очень много смотрим наших друзей, канал «Бери и едь». Они классная семейная пара, которые путешествуют так же, как и мы, но только они это делают по Азии. Руслан и Юля очень веселые, классные ребята, много снимают и очень полезный контент вам точно понравится. Знакомьтесь. Ребяточки, всем привет! Вы на канале «Бери и едь». И сегодня мы находимся в Камбодже, или как местные говорят, Камбодия, страна контрастов, страна, в которой всегда светит яркое, жаркое солнце. Дорогие друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Юлия, и это мой муж Руслан. Мы женаты 2 года, а сейчас вместе мы путешествуем по Азии и приглашаем вас на наш канал. Опасность и преданные троны! На нем мы показываем все самое необычное, что встречается нам на пути. Всемирно известные достопримечательности, развлечения и досуг разных стран. Давайте попробуем национальные блюда вместе и сравним цены в супермаркетах.
расспросим местных о культуре и традициях и даже накормим голодных детей. Заходите к нам на канал и подписывайтесь. Мы с огромным удовольствием ждем каждого. Давайте смотреть вместе наши приключения. В общем, заходите на канал «Бери и едь». Прямую ссылку я оставлю в описании под этим видеороликом. А еще обязательно подписывайтесь. И давайте вот что сделаем. Под последним видеороликом на их канале зайдем в комментарии и передадим им привет от нашего канала. Здесь стоит, получается, кулер с водой. Это питьевая вода, можно пить. И чайник. Прикольно, я такого никогда не видел. Смотрите, в этой штуке чай, в этой просто вода. Вот так это выглядит изнутри. И можете сюда прийти, налить себе чай. Все там включено в цену. Ну, пожалуйста, здесь есть кухня. В принципе, все есть чисто, аккуратно. Есть расценки. Чего-то там. Есть холодильники. Люди здесь что-то хранят, там не надо. Есть гриль, есть маленькая конфорка. Есть газовая плита. Вот сковородка очень большая. Мы сейчас сразу сюда все яйца. Хлопс. Микроволновка, еще один холодильник. Условия прям великолепные. Ну вот на нашем берегу таких кемпингов нету вообще от слова совсем. Ну вы только посмотрите, с каким видом мы завтракаем. Да, парни? Да. Это прям топ видов после Каппадокии. Шикарные горы, плантации, попугаи там ходят. Попугай? Да. Мирошка вон с них глаз не отводит, да, мой маленький? Вот интересно, если курице дать желток, она будет есть? Сейчас посмотрим. Курица, ты будешь курицу есть? А, ты будешь есть курицу? Ёпсель-мопсель. Курица курицу ест. Кураеды, ёпрасоте. Вы, конечно, пацаны гоните. Как можно своих жрать? Ты чё? Вот это дела. Здесь есть раковина, где можно помыть посуду. Собственно, это сейчас и буду делать. Но самое интересное не в раковине, а вот в этой истории. Посмотрите, ты моешь посуду, и у тебя в зеркале такой бомбический вид. А? Кто хоть раз в жизни мыл посуду с таким видом? Невероятная красота. У меня кипит работа. Самое главное, что работа вот с таким шикарнейшим видом. У Артемочки занятия в школе. Сейчас он изучает окружающий мир. Космос. Да, Тём? Да. Интересный урок? Да. Ну, классно, сейчас занимайся. А Мирошка, Настенка и Радюшка где-то балду пинают. У ребятишек уже второй урок проходит. Ну, естественно, с отдыхом. Ой, кайфую я. Как вообще вот? Представьте, какой кайф заниматься вот с таким вот видом. Я не знаю, наверное, в детстве даже и не мечтал о таком, потому что я даже и не знал, что так вообще возможно. У нас, кстати, закончилась сейчас первая стирка. Мы вот уже вывесили первую партию. Сушить сейчас вторая, и еще будет третья партия. Пока мальчишки учатся, я работаю. Настенка ходит, укладывает Мирончика. А еще в этом кемпинге кайф заключается в том, что здесь растут мандарины. Можешь так вот подойти, сорвать мандаринку. Опа, вот. Они зеленые. Но внутри обычные, к которым мы привыкли, они очень вкусные. Здесь также есть места под палатку. Видите, как здорово сделано? То есть зонирование идет. Например, вот стоит стол на брусчаточке, возле него ставится палатка. Ну, как вот эти вот места. Ну, собственно, под мандаринами. Представляете, как здорово? Вот в этой части это здание, там проходят фильмы, есть нарды, какие-то игры. По вечерам 7:30-8 всегда включают фильм. Вот Настик укладывает Мирошку, ходит вот так вот в мандариновых плантациях. Здорово, очень здорово. А что касается домов, то мы стоим все вот так вот, у каждого есть свое место, соответственно, тоже зонирование. У каждого есть розетки, у каждого есть подключение воды. То есть нам подключения как такого не нужно, мы только в бак на крышу набираем. Через бутылки был бы, в принципе, быстро съем, было бы здорово. Ну и, собственно, вот розетки под обычные вилки и под такие вот мощные в автодома. Соответственно, есть ночничочки, есть большие фонари. Большие фонари потом на ночь отключают. Мы думали, нет.
И тоже, что здорово, что все абсолютно, весь кемпинг под видеонаблюдением. Какой кайф просто вот так вот идешь, сорвал с дерева мандаринку, почистил ее и кушаешь. Еще бы без косточек было бы вообще классно. Оставил своих всех здесь, дома, с шикарным видом. А я иду в магазин купить на ужин и на обед еды. Для кемпинга есть такие палатки, куча всего. И есть такой очень прикольный отель, сделан в виде корабля. Пятизвездочный, понятное дело. Вот такая главная площадь здесь. Главное круговое движение даже можно назвать. Здесь Мигрос, заправки, А101 есть. Ну, в принципе, все по мелочам. Арка Гаунюк и, соответственно, Гаунюк Кемер, такая стела. Я ржу не могу вообще просто. Короче, смотрите, я поднимаю камеру. Я просто слез с мотоцикла. Они вдвоем так старались над моей башкой. Вообще, в целом, постригли неплохо. Я им долго объяснял, что мне эту штуку надо тоже состричь. В итоге они сделали что-то, короче, непонятно в моей голове. Но в целом неплохо. Единственное, что я не доверился брить бороду, но он все равно ослушался, он вот здесь вот выбрил, здесь вот сделал переход. И самое интересное, я знаю, у нас в барберах засовывают пасту, да, потом выдергивают там волосы. Здесь они ее жгли, мне уши жгли, я не знаю, сейчас пахнет горелым чем-то. Короче, меня хотели, походу, поджарить. Ой, я не могу. Короче, обошлось в 140 лир. Последний раз я стригся тогда в Махмутларе, ну, в том году. Стоило 60, тоже в барбере. Ну, как бы, ладно, видимо, цены в два раза выросли. Но все равно, как бы, недорого относительно барбера, относительно, что они трудятся вдвоем. Осталось, наверное, бороду укоротить, но они мне так ее выправили хорошо, поэтому, наверное, я не буду. Ну, как? Напишите в комментариях, как вам моя стрижка от турецкого барбера. Садимся за стол. Здесь ходят курицы, смотрите. Подлетает прям на стол, садится, хватает булку хлеба и гасится, представляете? Они как эти. Кто у нас еду так забирал? Стервятники, блядь. Вот так. Так иди отсюда. Леха, муха. Но после обеда мы решили выдвинуться и покупаться. Сейчас ходим на пляж, который здесь, давай, центральный пляж Гайнюка, Говнюка. Вот, и посмотрим, как там, потому что вообще все там пляжи, это относится к отелям. Есть только, как я понял, один пляж, на котором можно купаться. Вообще, в том году, я помню, пошел на пляж гулять по пляжной линии, это было в Анталии, где район Лара, и меня оттуда выгнали, прям сказали, нет-нет, типа, это территория отеля, до свидания, у тебя нет браслета. Посмотрим, как здесь. Ну вот, собственно, мы идем, вот здесь есть табличка, смотрите, спортивный комплекс, детская площадка, чайный сад, и вот, собственно, общественный пляж, называется Халк пляж. О, прикольно, библиотека есть, гардеробная и административный офис. Еще есть стояночка. Здесь вон футбольное поле с газончиком. Но это относится к какому-то отелю. Нам нужно вот идти прямо. Нет, не к этому. Что представляет из себя общественный пляж? Зонтики, лежачки 15 лир стоят. Волна на море. Но море чистое. Прям наичистейший, вон все кайфуют в этих волнах, людей мало, там вот как раз уже пляжи отельные. А там тоже отельные. Короче, небольшой клочок земли под людей. О, кайф. Оно тебя туда тащит. Ой, Мирошка кайфует, волны-то какие. А он ржет. Да. Родик, уходи. Я сказал не заходить, затащит, говорю. И не выплывет. Ой, красота. Не знаю, будет видно, не будет. Во, смотрите, как соль оседает на волосах. Вот после Средиземки надо вообще всегда купаться. Обалдеть, кожу тянет, конечно, сильно. Ой, ребята, возле пляжа есть бар, здесь же полицейский участок, есть
турники, такая спортивная небольшая площадочка. Есть детская площадка, красивый сад с цветочками, с такими. И самое, что мне здесь везде нравится, это то, что здесь везде есть бесплатные туалеты. То есть у людей даже мысли нету, что надо зайти в воду и туда сделать свое дело. Потому что, например, у нас на курорте стоит это от 30, где-то 50 рублей, где-то 100 рублей туалет. Ну, это просто жесть. Здесь вот, пожалуйста, везде, повсюду стоят туалеты, бесплатная вода. В общем, для людей. Ну, а виды эти, еще и закат, это что-то вообще. Высоченные горы. Я не знаю, какая здесь высота. Какая примерно здесь высота? 1500-то тоже есть, да? А может даже 2 с чем-то. А, смотрите, с моря мы пришли. Здесь вот такая... Да, А101. Шла вот зона. Мангальная зона. Есть даже турнички. Столики вот детские. Пожалуйста, можно детей посадить. Здесь еще так тоже прикольно. Столики стоят для взрослых. Есть бар. Можно купить пиво, лимонады. Даже есть текила, вот чайничек с питьевой водой и чайничек с чаем. И вот он бар. Прикольно. Красиво все смотрится, конечно. Молодцы ребята, заморачиваются. Так, а вот стиралка. Это третья уже. Там туалет. А здесь постоянно убираются, да? А здесь такая маленькая душевая кабина. Ну вот... Все смотрится очень аккуратно. У нас тут такой крутой перекус вот этими огромными гранатами, которые дали ребятам в том выпуске, посмотрите. Ну, он чистенький, руки все красинющие, да, Мирошка? Тут еще вон попугаев подкармливаем гранатами. Это не попугай. Ну, а самое главное, какой вид! Ой, я не могу, это что-то невероятное. Да, Мироша? Вот курица, кушай, да, кушай, сынок. Приехали ребятки из отеля. На радостях, ура, ура, домой. Привезли кучу отельной всякой штуки, типа соки, выпивка. На ужин сегодня купили вот такие штуки. Я, конечно, даже не знаю, как они называются. Видите, вот так вот, мантие какие-то. Типа с говядиной. Такие маленькие-маленькие пельмешки. Ну, попробуем. И снова очередное прекрасное утро вот с таким вот видом. Мы вчера очень долго сидели, общались, играли в какие-то игры, смотрели фильм с нашими ребятами, вот, которые, да, приехали. Еще здесь такая огромная компания собралась, людей. И мы там вот все в этом здании, где показывают фильмы, сидели, тусовались долго. До часу, да, наверное, сидим? Мирошка-то уснул рано, пацаны вместе с нами, дети вообще все здесь уснули, как мы пошли. Конечно, не выспались, потому что ребятня в любом случае встает рано, и нас всех будет, да, Мироша? У меня есть хорошая новость, потому что мы сейчас завтракаем и едем в Анталию. Но об этом в следующем видеоролике. Так что в этом видеоролике я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно подпишитесь. В следующем видеоролике узнаете, что же мы там будем делать в этой Анталии. Это очень важно. Очень важно для всех, кто здесь хочет остаться. Ну, я думаю, вы поняли. Спойлер. Пока.